Let's do this. Everybody has worked the steps. Raise your hand if you've never worked the 12 steps. Кто никогда не работал по 12 шагам? Поднимите руки. 1, 2, 3. Work 12 steps? Да. Кто работает? Алкоголик? Алкоголик? Да. Отлично. Being an alcoholic is a good thing. Быть алкоголиком это очень хорошо. Брак лучше. Я не пойму, что за расовая дискриминация такая. А алкоголиком наркоманом еще лучше. Да, да, да. А за зависимый еще лучше. Вот, еще лучше. Ничего, подал, давай. Это уже что-то пишет. We admitted we were powerless over alcohol. Мы признали, что мы были бессильны перед алкоголем. And that our lives were a man. То наши жизни стали неуправляемыми. Is that what it says? Что это такое? The first step. Step one. Is that what it says? Так звучит первый шаг. Да. Yeah. No. Do I know this? No. What does he say? Он написал жизни были не управляемы в прошедшем времени. That's something you didn't know. Yeah, that's what I gave you. You didn't watch it. I didn't know what I want. I need to read again because it's the best sense that you didn't know. Yeah. Мы, я читаю, что он написал, вы сразу поймете. What does it say here? Everybody understand the difference? Все понимают разницу. Yeah. One is still unmanageable. Жизнь моя все еще не управляет. This means it used to be unmanageable. А здесь я написал, как будто она когда-то была неуправляема. Means that it is unmanageable. А так как написано в большой книге, it is still. Она все еще не управляет. You need to read it out of the book. Можно поспорить. You need to read it out of the book. You can't do it, but you know it. Yeah. Hey, come. Only one thing. We admitted that we were alcoholics, powerless of alcohol, and that our lives had become. Признали, что мы были бессильны. Had become. It said it still is. Стало неуправляемой. То есть оно до сих пор неуправляемое. Is your life still unmanageable? Вы в вашей жизни все еще неуправляемы? Да. Твоя жизнь неуправляема? Поздравляю. Спасибо. You're well. My life is unmanageable. Моя жизнь неуправляема. I can't manage my life. Я не могу управлять своей жизнью. А ты можешь управлять своей жизнью? Я имею право теперь делать выбор. He said now he has ability to make a choice. Мы его поставили в тупик. Если раньше все мои действия были связаны с употреблением, то сейчас я имею право выбирать. Ну тогда что это управляемая жизнь все равно. Ну, посмотришь, не проблема.
Okay. Anybody disagree with that? Кто с этим не согласен? Please. Please. I cannot manage my life right now. Я listen. Моя болезнь. Слушайте. Толкает меня в употребление. Мое естественное состояние употреблять. His natural, natural state is to use. Mm-hmm. Я хочу употреблять. He wants to drink. Mm-hmm. Я не употребляю, потому что есть сила более могущественная, которая управляет мной. Он предлагает прочитать из третьей главы еще об алкоголизме. Вот. Я не помню, как дословно я буду читать из английской книги. Многим из нас не хотелось признать, что мы были настоящими алкоголиками, потому что никто не хочет считать, что он умственно или физически отличается от окружающих. Поэтому неудивительно, что наша карьера как пьяниц характеризовалась бесконечными попытками доказать, что мы можем пить, как другие люди. Идея о том, что как-то, когда-то мы сможем контролировать употребление и радоваться, получать от него удовольствие, это было большим наваждением каждого пьющего, ну, каждого алкоголика. Живучесть этой иллюзии действительно поражает. Многие продолжают верить в это на пороге безумия или смерти. Now, you agree with that? Ты согласен с этим? Да. Because what you're saying does not contradict what you just read. Потому что то, что ты сказал, может не противоречит тому, что здесь написано. Just a different use of words. Просто по-другому поставлены слова. What I understand. Как я понимаю. And what I'm sure you understand. И я думаю, ты тоже это понимаешь. Is that I have warped my mind so badly that I have lost the power of choice in drinking. The first word was you did. I have warped my mind. Я исказил свой разум настолько, that I have lost the power of choice. Я потерял уже способность выбора, когда дело касается выпивки. What I do have a choice with. А насчет чего у меня есть право выбора? Is whether or not I work the program. Это работает по программе или не работает по программе. That's, in our book says, that is a proper use of self-will. Вот тут наша книга говорит, что это правильное использование свободной воли. Now, that brings up a huge term. И у нас появляется большой термин. Okay. Собственная воля. Now, своя воля. Нет. Will твоя собственная, свободная воля, а не собственная воля. Как эти. Willpower is actually a сила воли useless when it comes to disease. Сила воли бесполезна, когда дело подходит на, когда дело доходит до болезни. Everybody agree with that? Все понимают, согласны? Конечно. So an alcoholic is not someone who has low willpower. Это не тот, у кого мало силы воли, недостаток силы воли. Do alcoholics have willpower? Алкоголиков есть сила воли? Да. Есть сила, есть воля. Большая воли нет. Большая сила воли. Смерть. Big willpower, you say. Папе, поясни мне, почему большая сила воли. Когда я утром просыпаюсь, надо иметь огромную силу воли, чтобы поднять себя и пойти искать этого целиться. Make у меня живого очень мало организма остается. Did I tell you that? Я тебе это рассказал? Нет. Если бы я был болен простудой, гриппом, я бы лежал и не вставал. But if you gotta have a drink, you're gonna go. И если ты знаешь, что где-то можно выпить, ты станешь и пойдешь. Конечно, однозначно. Do I understand that? Все поняли? Да. You codependent, do you understand that? За город поеду полностью. He said he will go to anyone in the city, out of the city, to find something. Every day, in the cold, in the rain, холодно, дождь, все равно. I'm going. Я пошел. Да. I might not be happy when I get there, but I'm going. Может, у меня, конечно, не буду очень рад, когда я доеду, куда я хочу, но я все равно сюда поеду. How many of you thought you had no willpower? Кто из вас считал, что у вас нет силы воли? Нету силы воли, потому что вы не можете не пить. Мы так убедили. They made us think like that. They made us think. It's their fault. It's them. Это они they did. Убедили.
That's what they told me on my life, he said, that you don't have any willpower. And he said, my problem is different, that I believe all my life I have enough of willpower to stop drinking or to control it. And? И что? And you were wrong. И ты ошибался. And they were wrong. Постоянно. И они ошибались. They don't understand because they don't have to understand. Они не понимают, потому что им не надо это понимать. You have to understand. А тебе надо это понимать. Your life depends on. Потому что твоя жизнь зависит от этого. Of myself, I am. I said these words last night in my prayers. Of myself, I am nothing. The Father does the work. Я вчера молился и говорил так, что сам по себе я ничего. Только Отец может что-то делать, какую-то работу со мной. The purpose of this book, цель этой книги, is to help me find a source of power, помочь мне найти источник силы, которая решит все мои проблемы. All my problems. Все мои проблемы. Not just my problems with drinking. Не только мою проблему с выпивкой. Now. Please. No. Alright, let's try this. Давайте вот что попробуем. I am powerless over. Бессилен перед. Перед женой. Or his wife, he said. Same thing. Страха. Это да и то же самое. Powerless over fear. Бессилен перед страхом. Or или сомнениями. Or или другими людьми. Before the sin, he said, powerless over the sin. That's a word I normally don't use in these lectures. Это слово я обычно в лекциях не использую. But to Christians, I can talk about sin. Потому что это слово я использую, когда разговариваю вот с христианами, да. If you were just a bunch of AA's, I would not talk about sin. А если вы AA-вские люди, я обычно не говорю. Что такое? AA. Sin? Грех. Грех. Alright. Why is this a problem that I'm powerless over other people? Почему проблема? Why is that a problem? У меня, что я бессилен перед другими людьми. А если я свою жизнь контролировать не могу? Can I control my own life? How can I control some other people's life? But I want to. Но я хочу. Но я не могу повлиять на его мнение, желание. Somebody's opinion or somebody's wishes and desire. Я не могу изменить другого человека. I cannot change another person. I definitely disagree with that. С этим я 100% не согласен. Я не могу изменить другого человека. You disagree that you cannot change another person. I disagree that I cannot change another person. Я не могу поменять другого человека. Я могу помочь ему поменяться. I can help him to change. Но я не могу за него. I can work for himself. I can change. Я могу, говорит, могу. Да здравствует чип. Ты же слава чипу. Long live the chip. No, let me tell you what I did. Нет, я скажу, что я делал. When I married my first wife, я первый раз женился. She was a little bitty mouse. Little bitty what? Mouse. What's that? Mouse. Она маленькая была, как мышка. Very quiet. Very очень тихая. Very submissive. Очень такая податливая, то есть. Соглашалась. Now, теперь, she is tough as nails. Она очень крутая. And she is a beast. Она просто монстр. I did that. Это я сделал. И вот такой. Living with me. Пожив со мной. Made her that way. Жизнь со мной изменила ее до неузнаваемости. I changed her. Я изменил ее.
Не он, мы не можем, не он, а его ism. Мы бессильны. Мы бессильны перед self-will других людей. We are powerless over the self-will of other people. But I turned a wonderful person. Я же прекраснейшего человека превратил в монстра. Это, no? это ее желание. If there wasn't her will to turn. It's not my fault. То есть что, это не моя вина? Я не виноват? Частично. It's not my fault. Partially, he said. It's a part of your fault. Ну а почему она с ним находилась? На характер жены влияет. Обычно? Обычно, да. Какой муж или вообще? Ну, вообще, если он употребляет. He said, usually, if a husband drinks or uses, he has a lot of bad influence on the character. Да! Но это ее выбор жить с таким человеком. То есть это моя вина? Так а почему она не бросала? Нет, так ее выбор жить. Это ее выбор. И вот her choice to live with. And she had a lot of fear. Ну, зависит. Там, не расходись же. And it's written in the Bible that you cannot get divorced. She was afraid. Я развелся с ней. Я с ней развелся. Это смертельный грех. Спроси, после того, как выздоравливаешься? After you started your recovery? No. Нет. No, I divorced her here. Вопрос. Ну что, тоже человек может сеять почву другому человеку. И как он будет в этой почве тоже взращиваться? One person creates soil for another person, and the other person is like a seed. It depends how he will grow in that soil. So it's not my fault. Я опять же не на? Нет. Нет. He says yes. Some say no. He says yes. Нет. А я частично. And he says that it's part of your fault. Partially my fault. Is it my fault? То есть это все-таки моя? Нет. Да нет, это не его. Ответственность. I think it's your fault. He thinks and he thinks it's your responsibility. That I did. Я говорю, что это его вина. I inflicted this wound on this person. Он говорит, it's my fault. Да, это моя вина, потому что я человеку дал эту рану такую у него на сердце, на его жизни оставил. Так что это моя вина. Чувство вины надо ему проработать. И это уже будучи у меня трезвости 13 лет. And he's 13 years sober, and this guilt still is. Да. So it's your fault. Это твоя вина. И я встречался с своими детьми и постоянно извинялся перед ними. All the time he was trying to ask for forgiveness. Потом я начал анализировать, что у меня не было ролевой модели семьи, я не знал, как правильно жить. Да. И я простил себя за важные поступки. И теперь я когда встречаюсь со своими детьми, я не извиняюсь. And now when he meets his kids, he doesn't ask for forgiveness no more. Не было примера семьи, написал. Now that's fine. I actually wrote that so I wouldn't forget to talk about it. Я написал, чтобы не забыть с вами об этом поговорить. Вот то, что ты сказал, это замечательно. Потому что ты используешь слова, которых я всегда пытаюсь от вас добиться. Ты просто не знал, как надо. А ты сказала, что я не делал это специально.
Но тем не менее, это же случилось. Я просто не знал, как надо. Но не только я не знал, как нужно. Но также и моя жена не знала, как нужно строить семью. Потому что у нее папа был алкоголик. И поэтому она за него вышла. And that's why she married Ильич, he said. Она построила свою модель семьи. I was barely an alcoholic. To build her model. I don't know. Not consciously. Не специально. It wasn't some plan she had. It just worked out that way. Не было никакого плана. The point I want to make. We change other people's lives. Not always for the better. Что мы меняем жизни других людей не всегда к лучшему. Маленькая история про мою бывшую жену. In the middle of our divorce, we've been together for maybe 2.5 years. Мы были вместе 2.5 года. And in the middle of our divorce, we would see each other every now and then. Самый разгар нашего бракоразводного процесса. And we'd get back together for a little while. Мы встречались, были какое-то время вместе. And then we'd split up again. И потом опять встречались, опять расходились. And one day I passed her on the road. И однажды я прошел мимо нее на улице. And she was looking in the rearview mirror as I drove by, and she almost wrecked her car. She went in the ditch. Проехал на машине мимо нее, она увидела, что это моя машина, и она свернула так резко, что чуть не врезалась. So I turned around and I went back. Я развернулся. And her car was in the ditch. Couldn't get it out. Подъехал к ней. А она съехала в канаву и застряла там. So we go to the bar. И мы пошли с ней в бар. Makes sense, right? Правильно, это же имеет смысл пойти в таком случае в бар. Which is where I was going when I saw her. Потому что я все равно ехал в бар, когда ее встретил. Я все туда ехал. So we're sitting at the bar. Мы сидим в баре. And there's nobody else in the place. И вообще не было никого в том баре. Except for this one really big guy, bigger than me. Один такой здоровый мужик был больше, чем Коля. With no hair. Вообще лысый. Big arms. Здоровый такой мускулистый. And he's sitting down the bar from me, and I'm sitting here, and my ex-wife is sitting right here. Я сижу тут рядышком сидит моя бывшая жена. And she got up to go to the bathroom. И она встала, вышла в туалет. And when she did, he looked at me. И когда она вышла, он посмотрел на меня. Why is a beautiful woman like that with an ugly guy like him? Он посмотрел на меня и сказал: почему такая красивая женщина сидит с таким уродом, как ты? And I thought. Я подумал. What do I do? Что мне делать? Now what's the normal, sane thing to do? Что вообще в таком случае делать? Бокс. Well, чего no. Слух молится прямо. Большой. Он большой. Большой. Он очень большой. Можно не напиться. And I'm not drunk yet. И я еще не напился, дело в том. Я не хочу нажраться. Это его напоить. And just to go and buy him some drinks. Это тоже нормально. To leave seems to me to be the same thing. Мне показалось, что лучше всего оттуда уйти просто. Okay. Just go. Просто уйти. But what do I do? Но что я сделал? You drank more. I did. When she came back. Когда она вернулась, I said. Я сказал. Go out to the car. Иди в машину. Get my pistol. Принеси пистолет. Put it in your purse. Положи его в свою сумочку. Bring it in here. И принеси сумочку сюда. She did exactly that. Она сделала это. I said, make sure there's a shell in the chamber. What's shell? Make sure there's a bullet ready to go. Есть ли пуля там? So she brings it back. I said, put your purse on the bar. Положи сумочку на барную стойку. I said, take the pistol and slide it out. Тихонечко вытащи незаметно. Not all the way out. И чуть-чуть его так ко мне вытащи. And then she did all. Она все это делает, что я говорю. I said, I'm gonna hit this guy. Я говорю, я сейчас этого козла прострелю. And before he hits me back, you shoot him. А, я сейчас его ударю. И до того, как он мне ответит, расстреляю его. Now she did everything I said. И она сделала все, что я сказал. But before I hit him, he left. До того, как я встал и пошел его бить, он убежал. Now would she have shot him? Она выстрелила бы. Как вы думаете? But she went out with the car, put a shell in the gun. Но она пошла в машину, зарядила пистолет, принесла его, положила на барную стойку. This is a little mouse of a woman.
Это вот эта маленькая такая маленькая добрая мышка. In order for her to survive, для того чтобы ей выжить in a life with me, в жизни со мной, she had to learn how to take care of herself and она or должна была научиться, как о себе заботиться и как стать такой крутой уже женщиной или умереть. So for me, to take all the blame, I have to take a lot of the blame. Я вообще-то могу на себя очень много вины взять в своей жизни. Но я не хочу брать всю вину на себя, потому что я не знал, как надо, и она не знала, как надо. Вот еще что меня раздражало. Я забыл об этом. Я забыл. Я, кстати, годы уже как забыл об этом инциденте. Мы she разводе me уже 10 лет, и она меня обвиняла все это время в том, что я поломал ей жизнь. By then I was sober. Но я был трезвый. And I thought, if я подумал, years have gone by, если 10 лет прошло, and your life is still ruined, и твоя жизнь до сих пор разрушена, I don't think it has a whole lot to do with me. Я не думаю, что это очень сильно связано со мной. Yeah? I think a lot of it has to я думаю, что, наверное, все-таки это больше связано с собой. Still very bitter. Потому что она все еще такая, как это сказать? She's got a good life, горькая, знаю. Но она после меня еще два раза выходила замуж за алкоголиков. So, here I would even put powerless over me. Поэтому я бы здесь поставил, что я бессилен перед самим собой. Well, that's nice. An NA concept. I am powerless over me. And my life has become unmanaged. Я бессилен перед самим собой. Моя жизнь стала неуправляемой. Well, that kind of... What am I going to do now? I'm hopeful. И что ж мне теперь делать? Я безнадежный. What am I going to do? I can't run my own life. I'm powerless and I don't know the answer. Я не могу сам управлять своей жизнью. Я бессилен, у меня нет никакого ответа. No hope. Никакой надежды. Получать. Капитулировать. You need to surrender. Surrender. Surrender to what? Сдаться перед чем? Перед самим собой. Surrender to yourself. Surrender to myself? Я не могу с ним бороться, как с этим здоровым мужиком. Но... И у меня нет пистолета. Он говорит, что ну как сдаться, у меня нет ответа. Я сдамся, а ответа у меня все равно нет. Что мне делать? Turn it over to who? Кому перепоручить? Богу. Второй шаг. God. God had not done anything for me. А Бог для меня ничего хорошего не сделал. In these days, I blamed God for my problems. Я обвинял Бога в своих проблемах. God was not someone to go to for help. И Бог для меня не был кем-то, к кому я обращался за помощью. You know what? Знаете почему? You know what? Потому что примера не было. Знаете, таких же обратиться за помощью. To find people like myself. But I had no example at all. У меня не было никаких примеров. All the people I drank with drank like me. Все люди, с которыми я пил, пили так же точно, как и я. None of the people who didn't drink, who were family members, they didn't know God. И ни один из моих знакомых, которые не пили, тоже не знал Бога. They knew of God. Some of my family didn't know God. Некоторые, правда, люди знали о Боге. They knew. Некоторые члены моей семьи. They were Pharisees. Но это они были фарисеями. The family that knew God were Pharisees. Семья, которая знала Бога, были фарисеи. I got an email from a Pharisee yesterday. Я вчера получил email от фарисея. I didn't call him that, and I may not. Я, конечно, не называю его так, и мне может не следовало бы. But но it's one of these. Это один из тех людей, который видит у меня бревно в глазу и у себя
видит у меня соринку в глазу, а у себя блюдо не замечает. It's one of the reasons why I'm doing this with y'all. Absolute trust in God. Это одна из причин, по которой я хочу иметь абсолютное доверие Богу. It's one of the reasons why I'm doing that. I don't have any examples on how to solve my problems, how to quit drinking, how to run my life. У меня не было в жизни примеров. Except for bad examples. Своей жизнью, как перестать пить, как семью. People who drink just like me. Но у меня были куча плохих примеров. And these Pharisees that are telling me to quit sin. Были фарисеи вокруг, которые говорили мне перестань грешить. They used that word a lot. Они использовали это слово очень часто. That I was going to burn in hell. И они говорили мне, будешь гореть в аду. That I was a sin. И они говорили, что ты грешник. And I needed to be good like them. И ты должен быть хорошим, как мы. And I needed to quit sin. И ты должен перестать грешить. And I couldn't do that. А я не знал, да и не мог этого сделать. And it was years later that I realized. И прошли годы. They couldn't do that either. Пока я не понял, что на самом деле они не могут тоже не грешить. That they were just as powerless over sin as I was. Что они настолько же бессильны перед грехом, насколько я бессилен. But because their sin was less visible than mine. Но из-за того, что их грехи не так видны, как мои. And they were in denial. И из-за того, что они в отрицании. And they were sitting in their position of self-righteousness. Они сидят и создали себе такую вид такой самоправедный. And looking down their nose at me. И то, что они сверху вниз на меня смотрят. I believe everything they said. I believe what they said. Из-за этих фактов мне приходилось верить в то, что они говорят. I didn't know any better. Но я просто не знал, как надо, как правильно. So, what I need, что мне нужно? I didn't have a good example. У меня не было хороших примеров. I had a lot of examples. У меня было много примеров. And where am I going to get a good example? А где я могу найти хорошие примеры? Please. To meet somebody who is in recovery. And he says, not always recovering people are good examples. Not always. Sometimes I'm not. Иногда я плохой пример показываю. I'm the first one to admit. I am not always a shining example of what we're supposed to be. Я не какой-то там светящийся пример для вас могу быть. But that's a start. Но это для начала. Now somebody said the Bible. Кто-то сказал Библия. He said. You think I was reading the Bible back then? Как ты думаешь, я в те времена читал Библию? Remember, I blame God. Yes, я ж Бога обвинял. He said he read Bible in hard times. I read the Bible when I was 17. Я читал Библию, когда мне было 17. I also read the Quran. Я также читал Коран. I read the Communist Manifesto. Манифест коммунизма. I stole that. Я украл манифест коммунизма. I need to tell you all about meeting Lenin. I met Lenin in Moscow last week. They were in the mall. Я встретил их возле магазина. Don't worry about life. I'll tell you the story. Я потом вам расскажу эту историю. You said, did you relapse in Moscow? No. Actually, внимание, чё? Москве хорошие грибы. Did you have anything for us, like magic mushrooms or something? Lenin told me some brilliant words. Ленин сказал мне. He's very smart. Ленин сказал мне замечательные слова. Это умный мужик. I'm right off a red square. Я шел по Красной площади. It's a big mall. Вышел с Красной площади и там большой такой ряд магазинов. So my wife is having dinner with one of her friends at the mall. Я пошла покушать с какими-то друзьями. I went to have coffee. Я пошел, сел, попил. So I'm sitting downstairs having coffee. Я сижу там внизу, пью кофе. Here comes Stalin. И идет Сталин. Я смотрю так на него. And Lenin's right behind. И сразу за ним Ленин. And Lenin looked at
me. Because I'm like, потому что я открыл рот. And I said, come here. И я говорю Ленину, иди сюда. He said yes. Он сказал да. I said, I read one of your books. Я говорю, я прочитал одну из ваших книг. He said, oh, American. Вы американец? I said, да. He said, two words of advice. Он сказал, вы американец? Да. Тогда я дам вам два совета. Stay away from Russian women. Держитесь подальше от русских женщин. And stay away from vodka. И держитесь подальше от водки. I said, я сказал, I just married a Russian woman. Я уже женился на русской женщине. He said, you will soon drink. Он сказал, значит, скоро начнешь пить. Off he went. Так вот. I liked him already. I liked him already. I liked him. I liked Lenin. Ага, Ленин. Вы видите, мне нравится Ленин. Alright. Причина всех наших бед жизни. Now there's a couple of things. There's a couple of things that we've talked about with Paul. He stole some of Lenin's words. Quoted Lenin. We studied. I quoted Lenin too. Я тоже мог процитировать Ленина. Please. No rush. No rush in Lenin and Vodka. Alright. Он сказал, я теперь буду цитировать Ленина. Никаких русских женщин, никакой водки. I was never. And I can give you a list of things that I was never going to do. Я никогда не двоеточие. И могу дать целый список вещей, которые я никогда не буду делать. Probably some of the same things you were never going to do. И, может быть, это будут те же самые вещи, которые вы никогда не сделаете. I was never going to stop drinking. At that time, yeah? Yep. It's things I told myself. I was never. Он говорит о временах, которые тогда были, когда он еще не начал выздоравливать. Говорит, я тогда себе говорил, я никогда не брошу пить. Never going to church. Я никогда не пойду в церковь. Никогда не поверю в Бога. Never believing in God. Never. I would never set foot inside a church to hear the word of God. I was never. Никогда не пойду в церковь, чтобы услышать слово Божье. Because the people inside those churches. Люди внутри этих церквей were these stiff-necked, self-righteous, stiff-necked. Self-righteous. What's stiffness? Stiffness. It's in the Bible. Такие с высокоподнятыми головами. Stiffness. Self-righteous. Greater than thou. Строящие из себя праведников. Judgment. Которые судят всех вокруг. And they had no mercy. У них нету сострадания и милости. Милосердия нету. Pharisees. Это фарисеи. Yeah. Is it time to get started? Yep. Stop. Yeah. We'll stop with that.